Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем о том, что важно знать перед тем, как забрать собаку из приюта. Мечта каждого животного, попавшего в приют, найти нового хозяина. Если вы решили забрать из приюта питомца, то следует знать об особенностях и определенных правилах. Ведь важно, чтобы с новым любимцем у вас не возникло проблем. Смена места жительства – огромный стресс для животного. Ему будет незнакомо все, поэтому нужно как можно больше контактировать с собакой. Погуляйте с ней дома, поиграйте, чтобы животное побыстрее привыкло к незнакомой обстановке. Покажите собаке ее место – тихий уголок, где она может отдохнуть. Помогите собаке привыкнуть к новому району и дому. Не рекомендуется в первые недели звать гостей. Найдите хорошего врача для вашего питомца. Необходимо будет потратить время на диагностирование и решение проблем, если они будут. В большинстве случаев болезни проявляются в первый год совместной жизни. Многие болезни тяжело лечить у бездомных, например, подкожный клещ. Но у домашней собаки эти болезни убираются за счет хорошего питания, снижения стресса и регулярного лечения. Тот, кого вы выберете, станет частью вашей семьи, поэтому необходимо, чтобы собака вам подходила. Если у вас не случилось контакта в приюте, то эта собака может принести вам проблем. Не забывайте о возрасте. Взрослые собаки тяжелее перевоспитываются. Подготовьтесь к тому, что вам понадобится очень много времени и терпения. Питомцу нужно внимание, а также вы должны наладить взаимопонимание между собой и питомцем. Вначале может быть тяжело, вам придется поменять свой быт и распорядок дня, но вы должны понимать, для чего это делаете. Когда вы забираете собаку из приюта, вы берете на себя огромную ответственность и обязательства, поэтому тщательно обдумайте это решение. Постарайтесь получить как можно больше информации о собаке, которую хотите взять. Это поможет вам быстрее привыкнуть к питомцу. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.